Сейчас момент, да? Ты на жопу упал. Вот бы кадр был. Нет, я серьезно. А сейчас тут все поклевало. Я чё, блядь, линейки вымерял, что ли? Ну, примерно, на полметра. На полметра. Меня опустили там 2,5 метра. Нет. Да, максимум. Ну да, на, похвай это. Я тебя что, ты уже на сайте и так бы я тебя выложил. Ты вот за этим. За это возьми. Я так не на рыбаке, а на пристани. Да. Что нужен? Ой. Милый, прогнись красиво, молодец. Ну, прогнись красиво, молодец. Эдик как-то предложил, давай поедем отдохнуть на озеро, на селигер. Дядю Витю прихватили, чтобы детям стал он для рыбалки как живой пример. Лодку, вещи, удочки мы все собрали, взяли водочки с собой и коньячка. Мы без этого рыбалки не видали, наша рыбка не должна уйти с крючка. Эх, рыбалка, да это ж как всегда, без труда не вынешь рыбки из пруда. Эдик веслами настойчиво гребет, а без крепкого напитку рыбка не клюет. Жены рюмки все подальше уложили, начинать нам пить пришлось из щерпачка. Выпили немного и подзакусили, и на озеро с надеждой, но без червячка. Дядя Витя так сказал: поставим.